Я исхожу из того, что вообще нужно относиться к истории как к тому, что было, и этого не вычеркнуть из нашей истории. Если же вас интересует мое отношение к этому человеку и к тому, значит, учению, которое он ярко представлял, то я бы сказал так, что был период времени в моей жизни, когда я с интересом относился к учению марксизма-ленинизма, много читал. Так и с интересом читал, находил это чтиво интересным, логичным часто. Так. Ну, действительно. Ну, как все мы. Да, как все мы. Но по мере, так сказать, взросления, что ли, так, возмужания, для меня становилось все более и более очевидной истина, что все это не более чем красивая и вредная сказка. Вредная, потому что осуществление или попытка проведение ее в жизни в нашей стране, нанесла последний огромный ущерб. И в этой связи мне бы хотелось два слова сказать о той трагедии, которую мы переживаем сегодня, а именно трагедии распада нашего государства. А иначе как трагедией это не назовешь. Я думаю, что как раз деятели октября 1917 года заложили мину замедленного действия под это здание.